Красиво. Что? Что-то я не вижу между двумя статуями Ганеши никакой дамбы. Водопады размыли. Как туда попасть? Погоди. Да, корона. Это не от ветра. Ты права. Это была сторожевая башня? Здесь и вошли персы. Я об этом городе так много слышала. И вот вижу его своими глазами. Сфотографируй. Отправишь отцу. Это мысль. Что, он не умеет пользоваться интернетом? Ну так напечатаешь и лично покажешь. Этот поезд ушел больше 20 лет назад. Слушай, о, нет, нет, ничего, ничего. Ну что, Халибиду ждет? Да, идем. Глазам не верю. Представь, сколько в это вложено работы. Каменщиков, инженеров. Да. И работа их до сих пор жива. А их самих уже нет. Королю стоило думать о защите народа, а не хвастаться перед врагами богатством. Лестницу вниз. И как будем добираться до короны? Вертолета нет? Дома забыла. Жаль. Ну, значит, придется лезть. Перебраться на веревке. Ну, готова? Ты первая. Ищи, где подняться. Смотри, под водопадами видны какие-то сооружения. О, точно. Ну, полезли. Так.
Да. Вблизи они еще видят. Сейчас подойдем еще ближе. Извините. Сюда. Сейчас. Давай сюда. А это безопасно? Ты все время спрашиваешь, и каждый раз я честно говорю, что нет. О, черт! О, обалдеть! И это, кстати, совсем небезопасно. Видела? Назад-то залезешь? Да. Ты иди, я догоню. Давай, помогу. Ничего, справлюсь. Не выделывайся. Ладно. Залезай. Ну, если ты очень просишь. Да нет, не прошу. Ты говорила, Ганиша сокрушитель преград. Он поставит перед тобой преграды, если она тебе на пользу. Поэтому он покровитель Халибидо. Еще он бог удачи. Тот, кто дарует успех и процветание. Ясно. Это круто. И это правда единственный способ. Ага. Веселишься? Сама знаешь. Ты молодец, подруга. Спасибо. Молодец буду, когда до короны доберемся. Странно, что нет Осава. Он где-то рядом, но наверху не столкнемся. Почему? У него духу не хватит сюда залезть.
Вроде я вижу, откуда можно добраться до короны на веревке. Уже близко. Спасибо. Забирайся быстрей! Сползаю! Ну как? Впечатляет. Ага. Ну? И как теперь слезать? Так. Аккуратно. И персы любезно проделали для нас вход. Ого, неплохой выстрел. Видно, у персов был требушет. Требушет? А нельзя сказать катапульта, как нормальный человек. Требушет — это тип катапульты. Может запускать тяжелые снаряды вроде этого на дальние расстояния. Да? Тебя этому в армии учили? Это я в Википедии посмотрела, как нормальный человек. Готово? После вас. Поразительно. Наши друзья. Парашурама и Ганеша. Друзья, они тут сражаются. Индуистские боги всегда сражаются. Если не с демонами, то друг с другом. Как-то нечестно. Ганеша без оружия. Ну, ему так больше нравится. Huh?
это все прямо в горе высекли? Похоже на то. Они забаррикадировали дверь. Не помогло. Видно, не ждали, что персы свалятся им на голову. Казалось бы, за два нашествия можно было подготовиться ко всему. Они просто вообще не ждали поражения. Отсюда должен быть выход. Сюда. Смотри, оружие. Ты была права. Со мной бывает. Это все персы? Думаю, тут и персы, и хайсальцы. Первая линия обороны. Вот это уже что-то. Эй, тут еще одна дверь. Посмотрим. Ух ты, даже работает. Ну вот. Да будет свет. Тут как будто склеп. Индуисты склепов не строят. Усопших они чаще всего кремируют. Красивая церемония. Антиишти. На санскрите последняя жертва. Жертва? Тело — это сосуд, данный на время, и его надо вернуть, освобождая место другим. Это красиво. А этим не повезло. Эй, забирайся! Ничего себе! Боже! Здесь была последняя битва? О, но Империю они не спасли. И пусть. Нам же лучше. Вот и вход. Надин, помоги этого сдвинуть. Ага. Давай, парень. Вот так. Извиняюсь. Пардон. Мы близки к цели. Только бы ближе, чем эти парни. Ну что, знакомое устройство. Только бы оно не пустило сюда тонну воды. Что-то новенькое. Что это такое? Могу предположить, что это какой-то механизм, открывающий ту дверь. Итак, посмотрим налево. Шива дарит Парашураме топор, а справа герой Парашурама отсекает Ганеши бивень. Стоп. Топором? Да. Тем самым, который ему подарил Шива, отец Ганеши? Ну да. Ну и жесть. Отцы и дети. Давай, попробуем открыть дверь. И как это все работает? Ну, думаю, будем разбираться по ходу пьесы. Ну-ка, глянем. Так, фрагмент переместился от меня. И его тень тоже.
Так, этот момент. Попробуй сначала понять, какой фрагмент куда идет, а потом уже их двигать. На левую треску все тени на своих местах. Но чтобы сделать обе стороны, надо еще все подвигать. Все, центральные рычаги не трогай. Там уже все на месте. Теперь двигай внешнее кольцо. Фрагмент, где два парашюрамы, должен быть в углу, ближе к выходу. А у тебя талант. Пожалуйста. Сала и тигр. Ну вот. Скрестим пальцы. Так и должно быть? Не знаю. Не вгони нас в гроб. Ты зануда. Готова? Тихо. Поразительно. Какого шилы? С языка сняла. Фрейзер! Росс! А нет, нет, ничего. Думаю, все будет путем. Путем? Где этот проклятый бивень? Не знаю, я ничего не понимаю. А я понимаю. Твоя Хейсала водит нас за нос. А ты права. Ну, класс. Нет,
Послушай. Ганеша, покровитель. Халибиду. Ашива, покровитель. Белур. А Белур — это древняя... Ну, столица. Именно. Что, если король специально построил великолепный город, который стал прекрасной мишенью для персов? А прежнюю столицу все забыли. То есть весь город — приманка. И его отдали персам, чтобы защитить Белур. И сокровища. Сдается мне, что Бивня тут и не было. Никогда. Где Белур? О, черт! Вот так точно не должно быть! Сейчас руки! Хватайся за край! Живы. Ну, талант и немного удачи. Эй, неплохо, партнер. Неплохо. Дай 5. Господи, ты чего? Ужасно. Как можно дать 5 и промазать? Эй, поправь, если я ошибаюсь. Разве тут не было водопада? Был. Что это такое? Акведуки. Не. По ним спускаются водопады. Круто. Это что, мы сделали? Ну, это я сделала. Дерзкая. Слушай, ты извини меня за ту бестактность. А. Ничего. Вы бы с моим отцом точно спелись. Он тоже был на редкость упрямым ослом. Знаешь, вот это они заметили. Надо уносить отсюда ноги. Согласна. За мной? Ладно. Воду подводили к воротам, так что надо идти вдоль акведука. Ладно, пойду первая. Топили город, чтобы сохранить свои секреты. Думаешь, солдаты знали, что они были приманкой? Честность не всегда лучшая политика. Это правда. В своих людях нужно быть уверенным на все слова. Думаешь, Асад ничего своим не сказал? О, конечно, нет. Сядь. Может. Вон какие часы. Забрал у одного старика в городе. Старый козел. Не хотел мне их отдавать. Ага, помню. Сомневаешься? Не вижу тут Бивня, а ты... Так,
Левый твой. Я к тому, правый что мой? Одних часов за все это мне мало. Не понял? Ну или так. Умница. Вряд ли они одни. Да. Над тобой. А? Ничего личного. Thank you.
Ой. Тут что-то вырезано на полу. Для чего это? Ничего хорошего. Видишь эти желобки? Сомневаюсь, что они для воды. О! Наверху, похоже, можно пролезть. Так. Там впереди свет. Бедняги. Не знаю. Я бы лучше сдохла в клетке, чем на пыточном столе. Я учту. Так, и как же мы отсюда выберемся? Глянь вверх. Ха-ха, ты права. Слышишь? Ну да. Это акведук. Наверху есть пролом. Кашивы. Впечатляет. Мой эксперт ничего не нашел за неделю. Может, просто плохой у тебя эксперт? Может. Знаешь... Один хайсальский поэт писал, как юный король. Своей милостью положил конец жертвоприношениям. Но древние короли хорошо понимали, что прогресс требует жертв. Ты это людям втираешь? Ладно. Короче, во время войны в этих акведуках вода была алой от крови. И те, кто не сражался, служили стимулом тем, кто сражался. Верни мне мой диск. Подходи. Показушник. Хоть попытайся. Слабовато у тебя, Эпс. Удар мимо. Черт, получай. Довольно собой. Ага, немного. Давай. Да.
риск. Подходи. Куда? Видишь ли, чтобы править, прежде нужно посеять хаос. Нет, стой! Я подниму в народе смуту. Я искореню слабую кровь юного короля. Начинаю с тебя. Фрейзер, задай его! Сучий хватает! Хватит за что-нибудь! За что? За что хочешь? А, черт! Фрейзер! Фрейзер, живая? Да. Вроде да. Эй, аккуратнее. Ты полчаса в отключке. Полчаса? Да. Охренеть. А? Черт, Асав забрал диск. Не спеши. Нам нужно срочно. Эй, полегче, ладно? Идти сможешь? Да, с утра бывало и похуже. Верю на слово. Хорошо, что ты жива. Тебя ведь тут две, да? Да. Ладно, пойдем за диском. И пушками. И пушками. Должна сказать, ты не соврала про Асава. В смысле, он выглядит таким заурядным. Да, именно этого он добивается. Даже очки наверняка для вида носит. Безвредного? Умного? Обоих. Ха, но он и правда умен. Раньше доктором был, пока все это не началось. Так он бросил прибыльное дело. Однажды он решил, что таков его долг. Эй, уверена, что можешь идти? Да я как новенькая. Давай откроем. Охренеть. Скорее, священная корова. Это Нанди. Привратник Шивы. Наверняка там вход в древнюю столицу. Акведук открыл путь. Ага. Черт. Асав уже туда заходит. Ну так давай спускаться скорей. Нет. В смысле нет? Сэм Дрейк. Его эксперт — это Сэм Дрейк. Да. Черт. А знаешь, это хорошо. Убью сразу двух зайцев. Надин. Что? Что? Ну, короче, по факту, мы тут из-за Сэма. Надеюсь, ты шутишь. Так получилось. Сэм пошел разведать для меня... Твою мать! ...насчет диска. И не вернулся, а я не могла ты его бросить. Ты втянула меня, и... несмотря на мою историю с Дрейком! Твоя история с Асавом интересовала меня больше! Можешь от души, если хочешь. О, я могу. Знаешь что, Надин? Это ничего не меняет. Ты получишь свою половину. Да? Или вы с Сэмом первым делом меня бортанете? Нет, это не в моих правилах. Именно это в правилах твоей породы. А я тебе поверила. Слушай,
Я хотела сказать тебе про Сэма. Я просто ждала подходящего момента. Ничего. Я пешочком прогуляюсь. Черт. Надо идти за ней.